Предлагаемый отзыв о хлопковой пряже. Детский хлопок «Пехорка» – 100% мерсеризованный хлопок, 330 метров, 100 граммов, производство «Россия». Несколько мотков этой пряжи долго у меня лежали, пока я из них не связала майку с ажурами. Если пряжа в мотке на ощупь кажется несколько жестковатой, то вязаное полотно гладкое, мягкое, очень приятное. Машина «Сильверит» вяжет пряжу легко, без усилий, правда плотность 10-я – это максимальная плотность. Но полотно при этом не выглядит рыхлым и отлично держит и форму изделия, и узор, и отделку по краю. Резинка, связанная из этого хлопка, тоже достаточно тугая. Я провязала образец, чтобы показать деформацию после влажно-тепловой обработки. Образец я постирала. Провязанный образец, только что провязанный, обвела контуром. После стирки влажный образец сильно растянулся и по петлям, и по рядам. Но после того, как высох, вернулся к прежнему размеру. Это видно по контуру. Обычный хлопок сильно мнется. Детский хлопок не образует заломов и складок, легко расправляется. Кстати, в этой майке я провела целый день на пикнике. Она выдержала и жару, и поездку в машине, и небольшой дождик. При этом не замялась, не растянулась, вообще никаких следов. Впечатление об этой пряже самое лучшее. Она идеальна для вязания на машине и не только летних вещей.